Несмотря на травмы, мы видели по ходу игры, Дима Сорокин получил травму, но пришлось играть в ограниченном составе, сплотились, помогли друг другу и добились нужного нам очень важного результата. Во время встречи финала Кубка 4 Локомотив с первых минут выглядел физически сильнее киевлян. Но в первом тайме, пока Хит еще не просел физически, борьба была более-менее. Несмотря на то, что Хит пропустил первые два мяча, они не смогли отыграться. Во втором тайме Локомотив сел в защиту и очень грамотно оборонялся и играл более собранно. Мне кажется, что Локомотив был больше настроен на игру. Он был собраннее. Они выполнили все поставленные тренера, играли строго по своим местам, и, конечно, немножко было везение, Киеву немножко, пару моментов не повезло, забей мяч, может быть, какой-то.
второй наступил перелом, но мое мнение таково, что на сегодня Локомотив был готов лучше, чем Питер.